Ага, 100 раз. Чё? Мы еще трэш не убили. У тебя ГП, ты думаешь, если он сработает? Надо тоже работать над этим. Адмирал, ты почему не со мной? Братуха, ты чё не суммонишься? Персик, слезь, пожалуйста, со своей байды, прям на шкафе стоишь, не потыкать нормально. Ну, или, сейчас суммонил их обоих. Пойдём трэш чистить. Даркиса на суммонил. А я не поняла, зачем мам... Ауди, не суммоньте пока, минуточку ещё. Ну, а потом ножками прибежишь. Да бегу, похеру. Ты монитор настраиваешь? Погнали, танки вперед. Зачем на келе 5 хилов? Я типа там стояла, весь бой в кашу, только контроль раздавала их. Поверь, это на... У нас же было такое. Зачем 5 хилов, когда я на первом трае 4 человека померло? Робот вперед, трап. Лен, я бы это релогнусь. Или до 4? 4, надо проходить. Это как-то нелогично немного. Как-то 4 часа. Начали начать на час позже, скончили на час позже. С чего вдруг? Если убьем все до лича быстрее, закончим быстрее. За 1.5 часа? Ну да. Как леди пройдет. А если вайпс не будет, накинать мне просто. Тут леди самое такое. Ага, Синдре, скажи. И людям, которые убежать не могут от нее. Леди сложнее, Синдре. Так вот что смеет. Леди изи. Если все нормально делать. А вот Синдра это больное. Бывает, перебегаешь, и дух рядом с тобой прям. Какушки сзади побей. Какушки? Старичок, поставь пока в руку. А квесты были какие-нибудь? Да, на элегантные. А входим? Входим. Чтобы у людей был стимул, прилагаю в самом конце великана. Стимула 300 лд. Разве? 750. А вдруг это будет там... тоже не особо прямо. А вдруг там багруха лежит за 25к? Да. Ага. Мне падал разок. Я бы хоть что-то бы упало бы хоть раз. Все время нахуй сразу день лучше стал. Мне вообще всегда ОД падает. Пробочки не разминировал еще не. За 1.5 года открытие ЦЛК, я думаю, что 50 боешь будет. Так, вот, кстати, насчет Артемия. У нее 5 или 6 КД подряд падали ключей. У нее каждое КД падает что-нибудь. Будь здоров, здоров. Нет, у меня при открытии ЦЛК постоянно были боешки, причем дорогие, Ока, Багрух. У меня вот предложение. Да, но вот когда-то давным-давно в средние века ведьмы жгли на кострах. Да, да. Еще красивее гореть будешь. Ну, потому что они более тупыми, ты предлагаешь быть такими же тупыми. Там терки с админа. Там не... Зато мне не могут отдать мой 4-й брюль.
Артемия, давай этот, смотри, вот. Второй пол. Сильвана. Я себе забрал. Сильвана в БФА сожгла дерево. Вот и мы сейчас превратимся в Сильвану и сожгем дерево заранее. Оба. Боежка. Ребята, распыл. 200 голды. Распыл. 200 голды. Я вчера боежку выиграл. Я хочу показаться стервой, но висит комбат. Где-то тот, кого ты сам. Wait frozen. Скелет в стене ходит вроде. Что такое? Ты где? 100 пудов в начале своего звездопада. Во всем виноваты совы. Грустной толпой бегать туда-сюда и искать. Ну а как? Как раз квесты великана возьму, типа не взял. Давайте все выйдем из... А? Ты что, надо было просто убить? Нет, все еще. Ты на что, не мобов не бил никто? Ой, да пипец, ну. Сумануть можете, Ауди? Сейчас. Перед боссом поставьте, пожалуй, шкафчик, ставлю старичок лутера на Мозера, закинь Мозер шмотки мне в сумку, позрол пока по старинке. Рыбу. С рыбы сдрысни. Сдрысни рыбу, вон там. О, две совы. Жужа. Жужа, блин, жопа. Жопа толстая. Фу, какая некультурная сова. Ауди, ты здесь? Жужа, ну ты и отъел себе пердак, блядь. В ночах вечернего рейда. Это да. На чистках вечернего рейда. Почему ты поменял ник? Ну что, поехали? Куда? Я готов. Как у него голос? Приехал с Горн. 3 минуты, блин. Фикс, ауу, тук-тук. Он на ПК 3 минуты короче. Сказал, что 3 минуты ПК, давайте этого босса без него, пока объем арчина баф на пол без него. Да нормально, пацаны. СМК это вообще не... Баф, и дайте по ДК. Адмирал? Да, я тут. Трусы по готовности пуляй. Куда ты пошел, блядь? Ну, тащи, сначала тащи. Все, под жопу все встали. Он просто молодой неопыт. Встань, блядь. Опыт на обычной стороне сегодня. Шипы не заметили. А в идеале, если вы сапроты выпьете, шипы. Кирс там помрет немножечко. Нет, капельку. Женек, тебе вообще с инстас это что-нибудь надо? Вихрь. Ой, ну не знаю, надо подумать. Подумай, пусть пока Настя похилит. Настя, если что-то надо, скажешь. Нет, Настя не может похилить. Настя реально только на ребро. Я предупреждала еще. Что... Извиняюсь. Сильно, но я бы очень хотела, я и без ВП на это попадаю, потому что жопа. Я пока Т5 чарю делаю уже почти. Не знаю, я бы НЛО бы, объект бы гер пробовал брать за место. Так, хуй знает. НЛО в смысле неопределенный? Быстрее, быстрее под жопу. Объект хрень.
давайте. Должен умереть сейчас. Вихрь 5 секунд. ШП. Старый, ну ты старался. Щитовочек. Щит упал. Ой, щит, пояс, блядь, да... Настя, один-один. Вот Жужик, а не вовремя зашел. Почему? Жужик. Гад, а? Тогда дайте ему ГП и все нормально. Да-да-да, кто за, прессует? Сила тлеющей стали. Какой ролл красивый, видели? Сколько? Сколько? Настя, куда ушла от меня? А гвоздь она не была на великана? Совпадение? Не думаю. Если надо в обмен, я сейчас подойду. Ауди потом возьмешь. Фрэнсис, а ты был в шипе? Звезду собрались. Да нет, женщина. Во всех шипах был. Ой, смотри. Я не выиграл, я тебе ничего не говорю. Нифига себе, как много народу. Один на один. Инстру не за. Я даже не ролик. Жужин, ты что, с вечернего рейда так не оделся, что ли? Мне казалось, ты уже фул без сова. Я тоже думал, что сегодня Белыч забирает пояс. Да вот, когда он ходил, он не падал. Только он зашел и все. Да он, блядь, вот вчера упал, сегодня. Я собралась из рейда, спасибо вам большое. И пока вы не в бою, я ливну еще и вообще из рейда, чтобы мы не поняли числа. Да, можно? А что, не хочешь сходить так? Я бы очень хотела, но у меня бабушка приехала, мне надо срочно ссобываться. Я чисто за щитом зашла. И тащи в череп, блядь. Спалит. Можно ливать сейчас или лучше не надо? Да можно. Ливай. Да, пока еще нет. Да ну, ЕП, я не заслужил. Ладно, за одного босса. Приятненько. Все, я собралась из рейда, спасибо большое. Вот эта дичь на офспек нужна кому? На трансмог. Кирс, посмотри, вот Сыч, он до сих пор на втором. А я даже не сомневался, если честно. Сыка. Ждем мы ГП-плут. Собираю холивар. Нахватал там лишние епы. Несправедливо. Справедливо. Ну знаешь, так же аналогично какой-нибудь Фарадо заходит и Триньку забирает себе. Старый. Он забрал Триньку? Нет. Он не пришел именно тогда, когда она упала. Танки внизу танчите. Если там, кстати, кому-то лут нужен, говорить, мне до ланы вообще ничего не надо. Понес, хотя бы дамаг опять появился. Какую-то строчку в рекаунде занимает. А до этого не занимал? Ну, разве что там на седьмую, там, десятую. Максимум. Старый, я тебя по ГБ обогнал. Сука, ты зачем мои лавры забираешь? Нихуя молния цепной ударил, 40 дпс сразу. А вы все равно не переплюнете пухана, у которого было 4 кгп. Вы не приплюнете меня, у которого было 5 кгп из-за того, что я с вами прогулялся. Зато какие впечатления. Да, я только у меня было своих-то 3000 за шмотки, плюсом я еще 2000 за вас полутал за то, что нас два холипала не хилили. Так козырная ГП. Ну ладно, самый лучший вариант, когда можно было по приору подняться, когда был лич хм. А там не так много ли лутали, как на синдре, между прочим, на лич. Там не так. Именно в то КД. Не потому что я был, по-моему, 17-й, я стал 4-й по приору. Женёк, готовься с ума не собрать.
Есть тут круговая порука просто, видишь, в чем проблема. На личи там два дня получали ГПНа, так что верен, лич будет. По 1000, по 2. Там ГП было больше, чем у нас весь состав за шмотки получил, наверное, за недели две. На Синдре давали по 1к, на личи 250 а давали максимум. Мы два дня его траили и получали ГП все. По 1000 было и по 500. Плану убивать его. Да, ну не все лутали. Так, камон, мы сегодня ничего не дойдем до Синдри, поверь. Что завтра будет. Типа у нас все закрыто, кроме него. Ну, посмотрим, как скажешь. Можно Фрэнсис на боссе здесь посидит, потому что у меня стайки постоянно должны, ну. Он обманывает, не верьте ему. Старик, он не дает тебе шанс. Да естественно. Только трэш, только трэш. Ты в пизду, он трус, ебать, то там на замене, то там на... Я там в шипах подсидел, нахуй, он там чуть-чуть... Блядь, у тебя пробить не будет соло цель, стоять, АФК бить. Всем пробить. Провокация танка. Поставьте шкаф. Кислый, расставь танк, как тебе нравится. Профикни. А где ты меня въебываешь? Чё, кстати, Лёш, насколько он не заходит? На тухлом. Ебать ты, фраерок, ебать, ты точечно, да, решил быть? Елена Воронковна. А. Ну чё, Лёша, не выходит? Сейчас пока мусор собирают. Ну на гидросе мы с тобой померяемся, чё? На гидросе можно помериться только кто первый агро сорвёт. Да не, Стар, ну давай этот босс не в счет. А, да я уже с тобой вообще не мерю. Не, ну мне здесь реально будет профитнее настоять на боссе. Че у нас не суммонится? Значит, старый хотел со мной помериться, а у меня лаги были, и мне вообще ни на одном боссе не было. Кто-нибудь почту может поставить? Женек, ты здесь? Никитоса, ты одел 4-5? Женёк, призыв начал, ждите ответ. Он просто понимает, что он в хилене. Бога, слева, на пуфку от Бона, соло, убиваешь этого боссмана. Кисло, я на боссе посижу, хорошо? Нет, не посидишь. Так, справа, так, Никитос. Задний с лестницы, который выходит на пол, ДК, квадрат. Так, дальше. Враска. Значит, Фрэнсис. Фрэнсис, у тебя задача. Первого. Бьешь первого. Ауди. Я видел, Женя. Аудик, да, где стоишь? Ты пропадаешь или я что-то не слышал, что я кого я бью? Враска, так, третий. Враска справа, помогаешь. Короче, всех убиваешь. Короче, какой будет живой? Пока все живые, к боссу никто не бьет. То есть ДК заднего и где Ауди стоит. Провокатор, это первые два. Третья группа РДТ слева, четвертая справа, Дарка слева. Вопросы? На второй фазе Рога на боссе сбиваешь косты и Фрэнсис на боссе сбиваешь косты. Все остальные милики бегают либо там, где сейчас баба стоит, либо сзади по лестнице. Сразу при переходе никто босса не бьет. Вначале сливаем трэш, а потом уже по боссу. И то потихоньку, не срывая игру. Первым идет ДК, потом провокатор. Квадбон бегаешь по трэшу. Вопросов нет, чек. Артемка. Все готовы, Лен, да я чё? А у меня макросы нет. Там холипал какой-то, только понял, что он в целом. Смеете вступать в эти священные
Шаманы, все гиру сдали, все. КДшку шут. И бурсты все отдайте. И зеленки отдайте. Фанатик, фрейд. Ну что-то опять не сделал лага. Мой верный слуга. Контроль 5 секунд. Хуяна, КД молнии, банул мне просто. Так, Враска, меняем тебя. Налево ходишь, лаги помогают. Они справляют. Сам медведь побежал, трэш выше. Господи Иисусе, мать моя женщина, ёбаный... Танки, трэш, ловите Христа. Контроль. Блять, сам себя шут. Что, можно сам убить? Пересекал Весту, Жануен Даркис. Или кину, забейте его левого моба. Жануен, резни лока. Трэш закапывайся. Жануен! Бафы сдали. Контроль. Сбросы переводу. Ебать. ДК забирай. Все в трэш. Положили. И он в стену вышел. Зачем? На. Охереть. Ложитесь в кубки. Я хуй знаю. На стороне стоит. Во-первых, милики не бьют нихуя. Слева вообще один милик, походу, или два. Там, да, Враска едет. Там недостаточно одного, два. А во-вторых, слева... Этот, кислый, слева танк. Ни одного, ни один пак не схватил вовремя. Все бегут в рейд на. Медведь почему-то просто... Что случилось? У нас медведь вообще слева, когда трэш появился, побежал направо, зачем? Ни один нормально трэш слева никто не сагрил. Он весь идет в рейд. Да. Косты сбиваются, переагриваем и все такое от того, что его никто не агрит. Ну давай ДК слева поставьте, я постою слева. Артемий, да тебе рез не достал? Я могу. Ладбон, иди за звездой. Значит, смотри, стоишь здесь медведь, смотришь налево, вот это. Появляется трэш сразу, ему волшебный огонь. Двигаешься вправо, правого, таунт. Тут подходит средний. Тут с размахом всех забираешь, здесь держишь в трусах. Понял? Я понял, но если вот этот момент, если я просвакаю, они все побегут в рейд. Если ты просвакаешь этот момент, будешь себе забирать из рейда. Ты стой там, зачем? Стоишь вот, вот здесь, вот в этой точке, как раз достаешь лапкой. То есть волшебный момент. Не, ну я... Его хлоп. И вправо двигаешься, вправо забираешь, он обычно куда-то или к боссу бежит, или туда. А среднего с размахом потом уже он тебе подходит сам. Рога, ты тут? Веры фу. Плюс, да, ты, да. Слушай меня. А среднего не бей там, жди, когда он подойдет сюда в трусы. Начинаешь бить здесь. Если его начинаешь бить там, ты его там закопаешь. Хрен, кто его там, твои хилы не, там не достанут. Враска тут же в трусах, помогаешь Роге сливать лишнее. Все остальное так, как было как назначено.
Можно уже за сапроты раздавать гп. Сапроты все выпейте. Так а, да ладно, 1300 сапроты. Кислый, РДД не все свичкаются тоже. Знаешь, с левой стороны свичнулся, на меня моб побежал. Я дал 20 нет. секунд примерно. Я согласен с тобой. А чё, знаете? Да, Юр, но когда их забирают... Я смотрю за рейдом, пусть я рейда начислю. Гера, слили. Трэш. Алёш, ЕП свою не трогай, я тебе потом переначислю и запомню. Контроль быстрее меня, сейчас ёбну кого-нибудь. Кто-то жужжит ёбну. Ох, да. Трэш, две. Роли пончик. Стоп по боссу. Стоп по боссу. Трэш. Контроль 3. Контролить Фрэнсис, пожалуйста. Переводим. Диспельте. Адмирал, не свак, я диспел. А, ноги, да. Медведь справа, медведь справа. Кисло, я был в контроле. Все в трэш начали. Где босса держать? Там, в середке. И влево, вправо просто отложил, большийся. Духи, духи. Духи схивы. Контроль. Медведь уже слева должен приходить. 10 секунд. Духи не ликвидуют, все. Помощники 5. Тащи назад. Духи, духи, духи! Оттащи его туда под лестницу, где демон стоит. Где портал демона. Ганвест по... Духи, духи. Контроль 5. Духи. Как-то у вас трэш, если что, справа, который убивает, блин. Духи вышли, аккуратно. Все милики по трэшу играйте. Духи вышли. ДК танк сам косты позбивает. Я ему трэш, 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 трэш. Уже. Контроль 5 секунд. Духи. Даркис огромный. Сову контролите быстрее, сейчас звездопад будет. Босса на провокатора на бульте. Сове сразу дайте что. А, жужин по дереву, дерево по персику, персик по фрэнсику.
очень гондовым. Духи, духи, духи. Есть, я давал уже дерево. Контроль 3 секунды. Хватить. Духов не ловить. Аккуратно попал. На ману читаю. С левой стороны. Раздав. Контроль 2 секунды. Уже духи вышли. Миликом идут. Через, блядь, через сову. Миликом идет дух. Каст. Беладон уйди. Трэш, трэш, Мишка, ты где? Добеги уже, чарж, чарж. Трэш вышел, духи вышли. Контроль 2. Ауди сдал бомжей, все в босса. Только духов не видит. Хилы разошлись пока. Налево дух. Танк сдал бомжей. Выход центр. ДК, который танк, подойди к звезде. Великая победа. Ты видела, сколько духов взрывали в рейде? Я в шоке. Ну, смотри, во второй фазе. Ты ее берешь, танкуешь тут. Ребятушки, кто не взял квест на великана? Сюда возьмите, уйти. Пожалуйста, квест на великана. Либо сюда. Я все, понял, больше ты ее никуда не двигаешь. То есть в центре хилы стояли. Ты их... Я понял, понял. Ну ты сказал просто это... в середке, я подумал, что тут в середке кожа. В середке вот тут, чуть-чуть снизу. Ну хорошо, хорошо, вдоль ступени. Просто на следующий раз, так все хорошо. Я вот понял. Установку я забыл, что ты у нас... Да, да, говорите, если что, потому что вот, ну, на ребре, я думал, в центре так же танчите. Если что-то от стандарта отличается, говорите, я там... Все хорошо. Лича танчил, все это знаю. Ты почаще про духов говори. Всем по 1000 начислят, нахуй, спрашивать не будет. Сами себе, блядь, ДП, нахуй, наворачивать. Майн спек, рдушное платье, кореша берешь? Зачем почаще говорить про духов, если вы должны видеть духов? Оп, спек, рдушное платье. Вот мне тоже интересно. Зачем вы берете трэш? Лен, эрдрушное платье, оно же с этого ткани идет, с совета. Ну, может там, не знаю, чтобы чисто там гир поднять на время. Да, ну, если тут так. Там просто скритом не берут. Кольцо фанковское, мой инспект. ДКшка, не будешь брать колечко? Да нет, у меня там с меткостью капы собираются. Mm. А оф, спек, колечко танковское. Мазур, у тебя кривой. Кривой река. Провокатор, киништрани. Уже это так неприятно танчить. Мазур, у меня там на шестом месте. Вот эта дичь нужна кому-нибудь? На трансмут. Вот это правильно. Что там, квест или что? Да, идем делать. Мазур, я не знаю, ты там линкуешь чисто по боссу, что ли, урон или что? Лена, ганвесть, я соточку начислил. Бью тебе кривой, мой. Фрэнсису соточку, Даркесу соточку. Лёха, походу, через стрим смотрел. Да. Так там все видно, даже, блин, далеко ходить не надо, кто ловил. Ну при чем тут ловил? Два гроз сорвали, третий в отражение сам себя убил. Я даже духи не начислял. Ага, это даже без этого. Понял. Там просто, ребята, если был бы второй ДК-танк вместо Вара, то вообще бы никто никогда не сорвал.
Так а чё они сорвались и сказали? Там что-то про бабушку, что-то про дедушку говорили, помните? Вот я только хотел напомнить. Вы помните, я вам говорил, бабка с хуем кто? Сказали Миликина трэши, и через 10 секунд умер ДК от босса. Ну типа... Ставил на косты, но нет, не то, что... Ты потом сказал, когда все, что на трэш. Там, короче, босс не таунтится, и он кидает на танка, которого бьет дебаф. До 5 стаков стакается. Каждый стак на 20% снижает агро. Можно на этого хуя в ДД спекнуть, я не надо. Похуй. Когда 5 стаков на мне, у меня просто агро 0. Ну, не генерируется вообще. Дайте лапу. Танки хватаем. Хватай, ставь звезду, давай. ДК, ты где? Сейчас я квест беру, тут бой был. Я спекнусь в лему на это. Тогда назад. Лапу дайте. Пока ДК бежит. Сейчас я портуюсь. Там боя же нету? Нету, нету. Ждем тебя, давай. Залейте маны, друг. Друид, залей маны, шаман. А, нет, ДК убежал. Я залью. Да, я думаю, мы успеем. Да ты станутый, ты пять. Еще на сарфа разрешишь это спекнуть? Как тебе три, да?